Я куплю себе дом у пруда в Подмосковье. Я здесь Давид Манухян, Оля Бузова. Până la urmă, ce a ieșit, ne spune chiar acum Mitea. Давид Манукян. Да. Странно, что ты не пела. А ну давай, я куплю. Подожди, сейчас. В общем, да, рассказал о несбывшихся планах купить для Бузовой. Рэпер и блогер Давид Манукян, известный как Дава, рассказал о своих несбывшихся планах купить дом. Артист планировал. Я куплю тебе дом. Все, давай. Она это сделала, приобрести дом во время отношений с телеведущей певицей Ольгой Бузовой и поселиться там вместе с ней. По словам Манукяна, он хотел создать с Бузовой семью и предпринимал для этого определенные шаги. Цитата. «Искал варианты, даже ездил смотреть участок, ну тут у нас на телецентре», пояснила блогер. Однако на телецентре ему не понравилось, и он решил там где-то в Солчуаре купить. Ну, поближе к Подмосковью. Блогер подчеркнул, что не оставил мечту о загородном доме. Дава ответил, что для достижения цели, и еще цитат, важное, необходимо отправлять мысли куда? В космос. Астае, в космос. Требуется висеться, визуализеть. И чакра откроется, и бац, и дом появится, и любовь, и все. И на бац. Самом деле, да. На самом деле, все армяне рядышком вот с Ольгой Бузовой. Солчуары, что ли? Да, армяне и солчуары. Кстати, хорошие друзья для молдаван. Я знаю, что есть диаспора армян в Республике Молдова. Очень хорошо они здесь уживаются, скажем так, с народом молдавским. Я вспомнил о том, что на одной из передач спрашивали там Ольгу Бузову, потому что выяснилось, что рядом с ней и продюсеры, и ассистент, какие все армяне. Да. И там ее спросили, по-моему, Паша Воля спрашивал: слушай, Оля, а до тебя деньги вообще доходят? Нету, зато они вкусно кормят. Это так. Într-adevăr, cum a zis Dava, important este să visezi și să nu renunți la visul tău de mai apoi, pentru că până la urmă se îndeplinește, iar cei doi își vor vedea de viață, chiar dacă nu împreună, vor fi fericiți. Happy-ňața. Happy-ňața. Начни день весело.